Давайте так, чтобы мы не говорили, что вы там сделали 8 раз, 9 раз. Смотрите каждый за собой. Пресс. Пресс. Печоре. Шею. Шею нет. Пресс, печоре, шею. Отжимание. Как у нас флотель, да? Флотель. Ашизель, ши, пресс. Приготовились. Отжимаем. И ну-ка пошла. Кто сделает, поднимет руку. И тот становится чемпионом города. Есть, молодец, садись, просто там же садись. Итак, есть, есть. Сделал? Ну так вот, не сделал? Сделал. Есть. Сделал. Сделал. Осталось еще немножко. Сделал. Кто? Кто куда ушел? Все на свои места. Матвей, итак, все успели? Да. Значит, сколько вы сделали? Сейчас скажу, 35 секунд. Серия. Ошибаться. Сейчас. Значит, сейчас у нас, если перед республикой, то 30 секунд я вам говорю, не минуту, а 30 секунд. Только выполнять честно. Если я скажу 100, не успел, значит, не чемпион города. Ой, не чемпион республики. Хорошо? Да. Приготовились? Сейчас, одну секундочку. Я на секунду мяч увидел. Последний чемпионат республики. Хорошо делаешь отжимания, плохо делаешь. Мишка, ниже грудью шасаться. Хорошо делать, хорошо отжимания, плохо делаешь. Это не приседание, приседай полностью. Есть. Есть. Стоп. Стоп. Раз, два, три. Вы не успели. Я сейчас проверю, что ты будешь еще делать. Сели, отдыхаем. Сели. Еще раз. Вы, я не буду считать, Мишенька, ты делаешь колен, но стараешься достать руку. Потому что ты чуть-чуть делаешь. То есть не очень как-то хорошо получается. Там я не видел, значит, еще раз. Постараться ручкой. Потому что вот кто-то здесь из вас сделал, кажется, ты Вадимович. Не до конца, некрасиво делал. Вот, хотя бы так. Хотя бы так. Приготовились. 20 секунд. Чемпионат Европы. Я считаю, хорошо? Потому что ты очень быстро делаешь. Внимание. Последний раз делаем. Отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Он берет ответственность за план. Раз и лоб. Фронтально. Стойку фронтально. Ножки шире. Фронтально стойка. Посмотрите, видите моя нога где? Между ног. Что я делаю? Руками. Хоп. Видите? И раз его наклонил. Ногу ставлю в сторону. И вторая нога у меня. Хоп. И передняя подножка. Еще раз. Просто вы уже пропустили немножко. Еще раз дальше. Захват. Да, нога между ног. Делаю раз. И ногу. Хоп. Вопросы есть? Нет. Спасибо. Миша, как назад? Сюда. Нет, выйдите вон туда. Все остальные встали. Можно я? Артем, пока стоит. А, вот Вика у нас. Вика очень мне нужна. Нужна Вика. Все разговоры. Так, Марик, Данила, сюда. Так, ты идешь с ним. Приготовились. Ты пока посиди здесь. У нас Ниша двигается туда. Вон туда, вон ваше место. Итак, первый делает Вадим, первый делает Мариус, первый делает Миша, первый делает Миша. Ну раз все Миша, значит Миша. Миша. Аджан. Сюда. Покажи другую, сделай другую. Потом еще
покажи еще раз. Вот сюда мишень. Да. Показывай. Оп. И пошел. Оп. Миша, смотри, что ты делаешь. Ты стоишь вот так. Ты повернись. Повернись. Хорошо? Давай. Отсюда. Оп, три.
Миша, сюда. Посмотри, Миша, поверни спиной. И шапка. Приготовься. И в последний раз. Ну. Хорошо. Приготовился в свой номер. Артем, мальчик, сейчас я дам курс, покажете мне правильный сапог. Правосторонний, левосторонний, высокая стойка, низкая стойка, средняя, да? Как правильно захват и правильно. Приготовились. Второй номер. Оно. Андрей, иди и дальше. Андрей, дальше туда здесь решайте. Андрей, ты меня слышишь? Дальше туда будем решать. Миша, не падай просто так. Андрей, поменяй захват. Шапка. Который мы делали, сейчас мы повторяем его, самый любимый. Цели телевизор. Выведение из равновесия и бросок задней подножки. Потянуть за локоть. Раз. Подойти, поднять ногу и хоп, выпить. Хоп. Еще раз показываю. Раз, потянуть. Да? И прижать его сюда. Руками. Оп, ногами. Первое надо. Заднюю подножку. Я считаю. Оно. Миша, Миша. Ассоциацию песка. Это хорошо. Так. В стороне. Вот так. А мы сегодня будем порой. Хорошо. Сели туда. Значит, Артем садится. Все, вам спасибо. Так, Артем туда садится. Так. Значит, правила. Есть правила, вы помните, да, какие у нас? Мы выходим, один партнер с этой стороны, один с этой стороны. Поклониться, берем захват и боремся. Передняя подножка, задняя подножка. А задняя?
передняя подножка. Правильно, если ты так дергаешь, ты даешь ты головой в голову. Нет, я надо спеть, а поясника. Значит, еще раз. Обязательно лицо должно быть. На счет выхода. За счет выхода. Мальчики. Мальчики, за счет выхода. Если можно, или туда, или туда. Посмотрите внимательно. Если вы борьба с дзюдо. Сядьте, Саша. Посмотрите, борьба с дзюдо. Вы боретесь. Иди сюда, вы. Держи, Саня. Мы боремся. Вот мы боремся, боремся. Вот за ковром боремся. Боремся. Главное, чтобы одна нога хотя бы чья-то касалась ковра. Тогда мы ведь за дождь считаются все броски. Только если мы вышли за ковер, вот здесь не считается. Но если мы боремся, боремся, я просто выхожу за ковер, хожу опять за ковер. В этом случае клуб Тачун рефери дает замечание. Шидо. И показывает. Вышел за ковер. Шидо. Еще раз вышел. Он показывает. Шидо. Это уже второе шидо. Это мы уже 5 очков проигрываем. Еще раз. Просто гуляешь. Нельзя гулять. Можно бороться. Ну, просто это одна нога. Если просто вышло. Хотя, помните, как мы, для того, чтобы у нас интереснее борьба была, да. Мы даем одно очко за выход. Да. В борьбе отсюда такого нет. Но я пока еще оставлю. За выход за ковер. Одно очко. 2 очка. Это победа. Если я вышел, ему очко, а если я его бросил, то победа мне. Падение должно быть на бок, на спину. Понятно, да? Садись. Итак, приготовится Миша, Андрей. Потому что один с одной стороны, другой с другой стороны. Сейчас, одну секундочку, сделайте. Что с тобой? У тебя штаны падают. Сядьте на колени, сзади пожалуйста. Артем! Я не могу про них занять, потому что здесь громко говорить. Ну вот это, ну вот это. Это ставим. Значит, по каким правилам боремся? Первое. Задняя подножка, передняя подножка, зацеп голени. Зацеп голени. Да, но очень тяжело его делать, зацеп голени. Партнер же накидает, одно дело, когда он тянет. И выход за ковер мы еще, потому что мы готовимся к соревнованиям, наверное, да, надо же проводить. Поэтому выход за ковер я буду пока считать. Пока считать. А потом мы уберем. Чем ближе соревнования, мы уберем. Потому что другие мальчики так не работают. Ре. Хочу. Можно вытеснить партнера за ковер. Одна нога впереди только должна быть. Здравствуйте. Одна минута. Здравствуйте. Одна нога. Вот Мишка бегает. Ну-ну-ну. А ты? Выход за ковер. Упал на колени. Один-один. Приготовились. Отжимаем. Кто второе очко получит? Головой не ударится. Миша, одна нога впереди, должна быть одна сзади. Не будет ничья. Фиг его. Приготовится Марио. Нет, Вадим. Вадим. Вы заправьтесь, чтобы у вас заправиться. Встань, заправься. Вадим, встань, заправь. Борис. Ну, кто же у нас? Здорово. Так я сказал, что это когда падение. Когда зашел? Я когда зашел, кричишь, что я там разу. Здравствуйте. Победа. Да. Два шага. Просто я тебя учу, что так писал. Что у вас нет? Пожалуйста. Маленький, что ты здесь становишься, а Вадим обходит и с той стороны.
шина. Здоровая шина. Матвей. Сюда, пожалуйста. Вадим. Вадим, сюда. Не выходи за ковер. Все время будь на ковре. Не выходи за ковер. Встань на ковер. Выход за ковер. Шида. 1-0. Хаджи. Спасибо. Миша, скажи мне спасибо. Ваша гарантия.
Вот сейчас нужно выходить. И уходи туда, Саня. Туда. С той стороны, Андрей. С той стороны. Здесь тренер стоит, судья. Пожалуйста, выйди с той стороны. Приготовиться. Тре. Хаджуна. Голову не дальше. Итак, на который приглашается?
той стороны на грани. Миша? Вадим Андрей готовится. Возьми за палец, раз зацепчик сделай, выведи.
проявился. Не, сейчас. Давай, потому что одна минута и все. Лишь можно не ударить. Разверни. Вот, 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 тихонечко. Давай, 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 давай. Вот, не ложи. И пол. Становись. И пол. Поклонились. Вика, Даня. Приготовиться. Пастухов с сырбом. Аджина. Рен. Аджина, иди, пожалуйста, аккуратно. Не разговаривай, кто там шина на тебя не открывает.
Что это было? Раз. Давай построим. Раз. После этого. Два. Три. Значит так. Тихо. В этой схватке. Мы продолжим на следующем уроке. Правильно? Мы подготовимся против вас. Мы выучим бросок через спину с колен. Мы будем бросать. Оленере, вам. Вы свободны. Спасибо вам. Все остальные сюда встали. Сюда быстрее встали. Да. Пацаны, вы должны уметь сами перебивать. Первое. Зачем грубо? Их надо выиграть. Надо сделать так, чтобы...